Всем привет! Самая вкусная еда – это простая еда. Так что будем готовить простую еду. Рыбка. Четверг, рыбный день. Приготовим рыбку с картошечкой в сковородке. Все быстро и просто. А главное – вкусно. Сначала почищу лук и картошечку. Приступаем. Сейчас все почищу. Посолю маленько рыбку. Присолю. Судачки, которые сами наловили. Настин улов. Настин. Кормилица наша. Возьму сковородочку. Налью маслица туда. Немножечко. На водичке будем делать. Так, вот рыбку разложим. Без муки. Будем здоровую пищу готовить. Почистила лучок. Сейчас порежем. Мама у меня так все время готовила. Она говорила, рыбка на воды. Да. Шаня. Ну, это всегда свои 3 копейки ставит. Туда же в сковородку. Нужно включить, пока пусть нагревается. Все. Закрою крышкой. А пока картошечку порежу. Так вот. Без разницы как. Да, лишь бы вкусно было. Лавровый лист, чуть-чуть поперчи. Добавляем водички. Все, закрываем крышечкой на медленный огонь. И пусть она у нас варится. Так. Ну, наверное, картошечка сварилась уже. Сварилась. Сейчас посыплю зелень. У меня мороженое. Свежемороженый укроп. Так, ну все, отключаю. Пусть постоит. Так, мы накладываем. Кушать. До рыбки докопали. Солодичек. Солодочек. Сейчас, подожди. Вот так вот.
Ну все, будем садиться кушать. Всем приятного аппетита. Пока-пока. Ну что, мы съели всю рыбу и решили поехать на рыбалку. Да. Вот, готовим удочки. Дождик небольшой капает, моросит. Может, что-то поймаем. Да-да. А то негоже. Съели рыбу, которую Настя поймала. Надо же эти неприкосновенный запас пополнять. Так что пойдем сейчас попробуем. Но погода, я вам скажу, сегодня ветер, дождь сейчас. Такой мелкий, правда, дождик, но идет. Ну, пошли, не усидели дома. Пошли попробуем. Поехали, вернее. Итак, приступим. Ага. Первый заброс. Травы ничего нет. Пока ничего. А вот и первая рыбка. Да, первый судачок, кстати, неплохой. Ура, ура, ура. Такой сковородочник прям. Не зря приехали. Да, вот такой вот. Молодец, Слава. Кто молодец? Я молодец. А вот и вторая рыбка. А это уже щучка. Да, такая небольшая щукенция. Но это мы переехали в другое место. Ну да, там сильный ветер все-таки. Мы переехали немножко поближе. Ну, такую маленькую щучку поймали. Ну вот,